Йо, не, как дебил. Привет, друзья! Так как сейчас проходит осенний фестиваль игр в Steam, там представлены некие игрушки, которые мне очень даже интересны. Я решил посмотреть, какие там есть, и, так сказать, оценить своим скромным мнением, стоит ждать эту игру или нет. Там куча демок, и поэтому я решил зайти, поиграть, посмотреть и показать, естественно, вам. Если вам это заходит, то мы в дальнейшем просто приобретаем эту игру и начинаем играть. Так сказать, отдадим дань разработчику. Мы же не пираты, правильно? В данный момент вы уже наблюдаете игрушку Builders of Египет, пролог. И давайте здесь разбираться. Я немножечко здесь посмотрел, что да как. Ну и, в принципе, это, ну, достойный клон Анна. Только чуть-чуть, конечно, чуть-чуть похуже, так как здесь русский язык как будто и не русский, панель не особо и как бы не лампово. Но зато сеттинг Египта мне очень сильно нравится. Давайте-ка приступим к первому поселению нашему в Египте в минус 3000-м, в 3000-м году, допустим. Хорошо. Для того, чтобы нам начать игру, нам нужны, естественно, дороги. У нас нет никакого центра в середине, у нас просто все должно соединено быть дорогами. И давайте-ка проложим первую улицу. Как-нибудь вот так. Валюта здесь не золото, потому что золото в этом году еще даже и не знали, что такое золото. Валюта здесь хлеб и пиво. Поэтому за любую работу, за любую постройку мы платим только хлебом или пивом. На данный момент мы строим сейчас дома. Почему-то обучение мне рекомендовало строить через одну клетку. Надеюсь, мы в дальнейшем поймем, почему. Вот здесь вот райончик у меня будет. Отличненько. Давайте-ка бы и соединим его. Просто красиво сделаем. Так. И так. Отлично. Я не знаю. Может, конечно, тут надо дороги провести. Он хотел. Хотя давайте проведем. Че мы, какое обучение мы слушаем? Обучение это для кого? Правильно? Все. У нас главное, чтобы было красиво. Все. Вот тут у меня египтяне живут. Естественно, для того, чтобы жизнь процветала, нам нужны производственные здания. Во-первых, это колодец, чтобы была вода. Допустим, он будет у нас. Где у нас центр города будет? Ближе к берегу или к пескам? Здесь, видишь, красненьким горит. Да, он, видимо. Ну, тут уже как бы решено то, что колодец может находиться только на зеленой травушке-муравушке. И давайте-ка построим сюда. Если зайдем в дом, мы увидим здесь панель. То, что жителей у меня 0, доступных рабочих 0 и высокая пожарная опасность. То есть они очень сильно боятся пожаров. Но людишки уже ко мне подваливают, значит, уже очень хорошо. Чтобы это все перешло на второй уровень, как переходил это ван, тут нужно выполнить ряд их условий. Я не знаю, где это здесь написано. Видимо, им нужен только пожар. Ну, не было риска пожара. И все, и тогда они смогут перейти на новый уровень. Но пока это загадка, я еще особо-то и не понял. Любому производственному зданию нужна дорога, а людям нужна еда. Поэтому мы что можем? Производственное здание. У нас есть производство фермы и производство рыболовни. Рыбы. Самое легкое, думаю, это рыба. Поэтому мы возьмем ее вот так вот. А как мы возьмем? Вот так вот, что ли, возьмем? Давай-ка тогда мы возьмем вот здесь, построим. Еще же могу построить, правильно? Правильно. И поставим хижину рыбака. Она не хочет ставиться. А куда ты хочешь поставиться? Сюда? А, во. А, он мне выделяет сразу, типа, где может быть она находиться, правильно? Что, только в одном месте? Странно, странно. А если я там, например, не хочу ее ставить? Ну ладно. Хорошо, нам срочно нужно тогда дорогу сделать. Оттуда. Проложит, но он по-чурковски прокладывает. Тогда мы сделаем вот так. Он не хочет вообще туда идти, но... Ну давай, давай. Ну давай, не сможем дорогу построить до хижины. Звук, конечно, недоработан. Но демка, что поделать. Все, вот так вот у нас красиво. Но просто вот так вот рыбу мы ловить не будем, потому что древние египтяне, они как бы, собственно, добрый вечер, здравствуйте. Ага. Мы берем... Куда мы заходим? Нам нужен базар.
Отлично, базар мне сюда вмещается. И нам нужен амбар. Производственное здание. Это где у нас амбар? Это склад. Амбар. Ядрен батон. Они, собственно, будут класть рыбу в амбар, из амбара на базар, и уже будут торговать. Конечно, поставил так, что не видно. Да, некоторые здания есть в мыле, и не особо-таки приятно смотреть, но что поделать. Сеттинг Египта, по-моему, первая игра, которую я встречаю, ну, из новых, старых, я понимаю, там была какая-то, но не играл. Вот, но сеттинг Египта мне, древнего, тем более Египта, мне очень нравится. Как видим, у нас здание из вот этого шатра изменилось в... Что это? Ну какой-то более-менее сарай. Вот. И, то есть улучшился уровень здания, да? Понимаем, да? Только почему улучшился, мы не понимаем. И почему у меня игра стала на паузу, я этого тоже не понимаю. Пуск. Все. Итак, что мы имеем? Мы имеем базар, амбар, мы имеем колодец. Что им еще для счастья нужно? Так как это полуобучение, я не понял прикола, почему мне так много хлеба дают, ну типа как золото. Для чего, непонятно. Поэтому, раз дают, значит будем тратить. У нас есть здание, пожарная часть. Она обеспечивает пожаробезопасность. Логично, правильно? Мы ее поставим сюда, и все у нас будет хорошо. Все, и если открыть ее, мы увидим зону поражения этой пожарной части. Достаточно большая, и вот это все они покрывают, и все хорошо. Ну, как в любом другом экономическом симуляторе, все зависит от дорог. Дорог много, значит... Пожарный быстрее дойдет, дорог мало, пожарный дойдет медленнее. Вот такая вот и ситуация. Наши дома немножечко улучшаются, и давайте-ка подумаем насчет импорта. Импорт здесь как бы самая главная торговля. Откуда нам брать хлеб, если у нас его нет? Правильно? Правильно. Какие у нас производственные здания есть для импорта? Мы открываем и, собственно, смотрим. Ферма – это для покушать. А производственное здание, пожалуйста, кирпич, гончар и глиняный карьер. Я так подозреваю то, что сейчас я музычку убавлю. Музыка это, конечно, хорошо, но когда ты орешь, это плохо, тем более в час ночи. Итак, чтобы нам начать добывать глину, нам нужен гончарный карьер. Что у нас тут происходит? Рейтинг города, это же хорошо или плохо? Хаус левел первый. А это какой? А чем тогда они отличаются? Ой, я могу даже человечка выделить. Здорово, брат. А куда вы исчезли? Ой, извините. А чё? Извините, пожалуйста. Ну ладно, нарожают. Так, на чем остановились? На гончарных делах. Давайте-ка построим гончарный карьер. Но тут я могу более-менее поверить, почему он мне здесь, потому что, мол, место рождения глины. А какая разница, где у меня рыбацкая лодка будет стоять, здесь или здесь? Это непонятно. Минус. Ставим его сюда, проводим его. Дорог, конечно же. Вот так вот, все красивенько. Теперь гончарное дело у нас тут добывает глину. Просто глина, это дешевая глина. Мы должны это все перевести в кирпич. Как здорово, я все построил. Просто гений. И чтобы у нас хранился кирпич, нам нужен склад. Где у нас склад? Правильно, вот здесь. Вот здесь. Нет, вот здесь. Амбар, базар, амбар. Так что? Вот склад. Как говорится, Влад склад. Добрый вечер, здравствуйте. По-моему, жителям вообще плевать, где они живут. Рядом со складом или не со складом, им тут вообще все равно, они вообще на полу спят. Так что, думаю, они не будут особо злиться на меня, то что у них тут производственное здание рядышком. Итак, дорожку сделаем, чтобы все красиво было. Вот как-нибудь так. Хорошо, что деревья у меня исчезли, потому что ни хрена не видно. Ну, давай, все. Что, у нас денег до хрена? И вот эта пальма нам зачем вообще? Непонятно. Рабочих 0. Рабочих 0. Рабочих 7. Угу. У нас проблема в рабочих. Ну и давайте-ка тогда еще построим немножечко домов. Дом построим. Как хорошо сюда влазить. Сюда и сюда. Прекрасно. Просто гений. Сюда уже не ставится. Ну да ладно. Так построим.
И вот так построим. Отлично. И здесь тоже сделаем дороги. Дороги люблю вообще. Тем более такие красивые. Этот звук, конечно, немножечко даже пугает. Все, у нас здесь все построено. Все готовы ко мне заселяться. Все у меня хорошо. Проверим, прибавится ли у меня людей, прибавится ли у меня кирпич. А из чего делается глиняный горшок? Вот если гончарку. А как? Я хочу посмотреть, для чего она просто. Правой кнопкой мыши не нажимается. А я хочу сначала посмотреть, для чего тогда мне это дело. Носильщики, риск обрушения, что? А, это склад. Так, вот тут вот. Что здесь? Нужна солома и глина. И тогда получится у меня кирпич. У меня есть глина, но у меня нет соломы. Как добыть солому? Окей, я подозреваю, что это из фермы добывается. Угу. Угу. Вот здесь, нашел. Давайте-ка проверим. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда построили три фермы. Что вы добываете? Добываете зерно и добываете солому. Отлично, просто. Ну, я как будто в эту игру всю жизнь играл, получается. Это мы сделаем вот так вот. И все. И вот, пожалуйста, люди у меня доходят, и у них все хорошо. Добывать. Ну, какие-то туалетные будки, конечно. Давайте-ка развернем. Ну да, как будто туалетные будки. У нас есть теперь зерно, и у нас есть теперь солома. Но в дальнейшем мне нужно еще больше. Если эта демо вот настолько маленькая, то мне не особо-то тогда интересно будет в нее играть. Потому что я уже, посчитай, весь контент и сделал. Люди, ой, миграция-то какая пошла. Господи, все в один дом. Добро пожаловать. Добро пожаловать. А если я нажму? О, прибывает в город, нет повреждений. Неферраксы. Давайте-ка его... А могу? Могу. Как? Эй. Йо, чё, что? Я не нажимал ничего. Пожарка поедет? Ни хрена себе, спиди. Если что, это не я нажал. Я ничего не нажимал, я просто хотел его переименовать. Игра, конечно, переведена на русский, но она переведена настолько криво, что прям невозможно. Недостаток рабочих, но вот как бы юные поджигатели уже дошли. У них все хорошо. Что вам нужно? Зерно. Если у нас есть добыча зерна, то у нас должна быть производство хлеба. Угу. Пожар в городе. Прибывают жители. Как вы можете понять, производства у меня нету. Ну да ладно, значит, видимо, это будет односерийная серия. Тогда что, поторгуем тогда? Чем поторгуем мы? У нас что-нибудь появилось? У нас вообще ничего не появилось. А как мы торговать-то будем? На этом складе 0 рыбы, а на этом 400 рыбы. Заработплата выплачивает 198 хлеба. Угу. Хорошо, заработную плату я плачу. А где мне построить хлебницу? Ай, ладно. Пока так. Думаю, когда я выпущу этот ролик, вы мне подскажете в комментариях, что же делать мне, что происходит. Эффективность. О, эффективность на соточку. Ой, залило! Залило! Почему залило? Это как понимать? Здрасте, приехали. Прилив и все. И добрый вечер. Анимация рыбака есть? Где мой рыбак? Вот он. Это он так рыбу ловит. Красава. Красава. Ладно, блин, пшеница залила. Ну раз у меня нет рабочих, то пошли в нахер тогда. Все, у меня теперь две фермы. Да у меня половина, ничего нет. Ладно, а где мне взять тогда пшеницу? Ну-ка еще раз пшеницу. Где она растет? Да она только тут и растет, где заливает. Посмотрим, посмотрим. Может тогда ускорить? О, все. Все, отлив? Отлично. 0%. Это как? Так, я так понял то, что вот это вот, видите, выполнение. Оп-оп-оп. И сейчас хоп. 100. Оп. Все, товар готов. А здесь? А здесь? 0. 0. На зерно и на солому. 0. Почему 0? По какой причине? А, вот, расти начало, что ли? Ага. Видимо, все зависит от времени. Какое-то определенное время. Опа, пошла сборочка. О, все, отличненько.
Так, экспортировать нам нужен кирпич, правильно я понял? Ну-ка, куда еще? Описание миссии. Да, как это делать? Мы нажимаем, закройся. Мы нажимаем карта региона. И что мы видим? Это вот наш город, Мемфис. Вот, пожалуйста, это вот мы здесь. Есть города соседи. Видите, вдоль по Нилу, все по Нилу. Африка неизведана, ничего не знаем. Только по Нилу идут города. Открываем город, который рядом с нами, и смотрим то, что он торговать нахер с нами не хочет, и пошел нахер голод, в общем и целом. Абудос хочет покупать кирпич, хочет покупать глину. Отлично, давайте-ка проверим, есть ли у нас глина в достаточно больших количествах, чтобы пока продавать ему его глину. Где наш склад? Склад глина, соточка всего лишь, что маловато. То есть нам нужно хотя бы два глиняных карьера, чтобы мы могли и глину, и кирпич. Но это тоже рискованно, потому что сейчас вот пойдет пшеница, пойдет сено, пойдет топ, пойдет все. И мы уже не особо сможем торговать глину, потому что нам самим нужно будет, правильно? Правильно. Не открылось ничего, не открылось. Я бы, конечно, хотел посмотреть, я так подозреваю то, что разработчики данной игры вдохновлялись Анна. Правильно, правильно. До такого же нельзя просто так самому додуматься и ни на что не смотреть. Если они вдохновлялись Анна, то у них должно быть описание, при каких случаях появляются новые возможности по поводу того, что вдруг это просто у меня хлеб закрыт, а я тут переживаю то, что у меня нету хлеба. А закрыт он потому, что у меня там нету там 150 жителей. А? А? Сено пошло, зерно пошло, теперь у меня типа зерна много? Склад, зерно. Или зерно пойдет в амбар? Да, зерно пошло в амбар. Чё, почему красным горит? Нахер не нужна моя религия никому? Ну, пожалуйста, что мне? 150 хлеба обратно. Отлично. Короче, тут очень мало контента, я так понял. Но он есть, и мне это нравится. И сама игра мне нравится. В ней разобраться, ну, как сами понимаете, я поиграл в нее 15-20 минут, и уже более-менее понял, что надо делать. Но только я не понял, почему заливает мою пшеницу. Вот. Так, смотрим, что у нас тут появилось. У нас наконец-то сейчас пойдет производство кирпича, я правильно понимаю? Сент-то появился. Где сент? Где сент? Вот солом. Принимаем ее, давай. Отсюда. Да-да, подождем вас. Что ж, и вас подождем, что ж. Куда вы повезли это все? Не подскажете? А куда ты доставляешь? А, со склада уже сюда? Я правильно понимаю? Тут можно ускорить. Давайте-ка ускорим. Да, смотри-ка, что. Оп-оп-оп. И доставил. Все у него хорошо. А вы чем здесь занимаетесь? Что у вас здесь происходит? Закрылись, значит, и болтают. Бездельничают. А это типа рыбы у меня, да? Интересно, интересно. Не появилось у меня? Нет, не появилось. Янтария, производственное здание. Тоже пока ничего не появилось. Вот интересно гончарку. Давайте-ка я гончарку построю и посмотрим, что она имеет. Раз мы вот так вот пошли, давайте ровненько-то и поставим. Так, хоп. Дорогу здесь положим. Что ей нужно? Ей нужна глина и керамик. Все. Вот, пожалуйста. Вот это я понимаю. Все понятно. Все, строим гончарку и все хорошо. Давайте начнем торговать и на этом серию закончим. Возможно, не будет много серий по этой игре. Если я все правильно понял, контента мало, а игра интересная. И хочется еще. Хочет купить у меня и кирпич, и глину. Но мы хотим продавать только кирпич. Открыть торговый путь. Открываем с ним торговый путь. Он будет стоить нам 200 хлеба, но ничего страшного. Открываем. Заходим. Вкладка экономика. Открываем этот город. Нет. Вот мы открываем кирпич и экспортировать. То есть мы будем экспортировать кирпич всем городам, с которым у нас открыт торговый путь. То есть мы можем еще и открыть и здесь торговый путь. Можем же. Не, нихера не можем. Не хочет открываться. Видите? Стоит значок. Не хочу. Вот у нас тут с одним городом партнерское соглашение. И вот мы по Нилу будем с ним торговать нашими ресурсами. Вот и все. Вот. А так, пишите в комментарии. Может, какую-то часть контента я упустил. И я что-то не понимаю. Да. Объясните задание культурного наследия. Это что такое? Площадь. Декоративные. О, это можно, конечно. Ой, красотища-то какая. Это кто такой? Привет, здравствуйте.
А вы кто? Это торговец, видимо, какой-то бежит. Торговать с нами собрался. Хорошо. Ладно. Игрушка нравится, игрушка интересная, но что-то и пока как будто мало контента. В общем, всем спасибо большое, что смотрели. Всем пока-пока.